первого, с шестого урока, хорошо? Сначала пишешь вот так палочки, потом пишешь вот так палочки. Будешь делать? Помирать, конечно, за партами. Собирать и заново писать. Конечно. Можно закончить. Убрали любой. У всех ее брала, кто больше не нужен. Валя, если не убрана еще у нас, да, Алиса убежала у нас на переменку. Нужно будет вытереть потом парты, да, вот у нас тряпочка для пар. Ее можно намочить. Вячеслав, хорошо? Все, исправила. Давай проверим. Мне нужно тряпочку. Я знаю, что я могу сделать. Я же тоже блогер. Мою только не стирай. Я свою. Ну все. Да, Николаевна, я протерла парту у тех, кто закончил. Что такое у тебя? Это когти. Ну, покажи, ты сама сделала? Да, сама. Сама из бумаги. Мне нужно сделать последний когти, потому что какой-то из когтей потерялся. И ничего, я сделаю еще один. И покажу, и как раз научу я вас, как их делать. Ну, давай. Сейчас я надену эти когти, хотя бы показать. Выглядят их сложно надевать, их с ними сложно это брать. Вам ты сегодня драконом будешь обедать, да? Да. У тебя перекусик? Покажи ланчбокс-то нам. Что сегодня у тебя на перекусик? Подносить. Дай помогу тебе. Чё ты? Здесь у меня чё? О, у меня здесь крекеры. Круто. Это все открою. Не, пирог у меня на потом. Ну чё? Да нормально, пальцы поешь, а? Росомаха. Не создано, чтоб только есть вот этими пальцами. Поудобно даже. Гнездо.
Слава, перестань на собакой быть. Ребенок. А это эти волосы на собакой это всегда сделаю. Опа. Ну, дай посмотрю. И, конечно же, антивирус. Не забери вас. Так, открываем дверь и идем кушать. Ты рассказывала, что это же видео. Как тебя зовут? Меня зовут Влад. Мне нравится очень в этой школе, потому что тут очень весело, занятия всякие. Тут круто. Тебе надо играть. Ну, покажи свой класс. Пойдем, покажешь? Это у нас какой класс? Первый класс. Первый класс. Первый класс! Да, но у вас тут шухер. Первый класс. У нас вот тут все, что надо. Нужно. Пластилина вот. Да, мы перестали мой. А где твоя парта, покажи? Вот моя парта. А, ты самый первый сидишь. Здрасте. О, покажи маску. Покажи, надень. Класс. А вот этот мальчик забрал мою парту. Вы что, не запомнишь, как зовут? Пойдемте, вон тот, еще один есть у нас класс. Да? Ну, давай, пойдем посмотрим. Да, их там три. Все, пойдемте. Пошлите. Пожалуйста. Мы смотрим класс, пойдем. Ну, это тут четвертый у нас класс. Учительница. Тут третий. О, ничего себе, там у вас весело. Что делаете? Блог снимаем. Про тебя, Ксюша. Вон там у нас. Вот такая форма школьная, значит, у нас оранжевая. Вон там вот их пытная. Не значит, вот. Да. У них столы большие, смотрите. Здесь, сюда, Мэра. Здравствуйте. У вас уже третий класс, да, получается? Да, третий. Класс. Это Сунера. Уже взрослый. Не трогай. Классно. Где сидишь, Сунера, покажи свою парту. А, вот это, у тебя ням-ням. Все ланчбоксы. У нас еще один игровой. У нас еще один есть класс. Да, ну давай. Пойдемте еще один класс. Кого? Вот и Венеслав. Вот сюда. Все, все, звоночек прозвенел. Зона отдыха. Вот так звонок у нас. Мой последний кубик дракона. Для начала сгибаем лист, чтобы получился треугольник. Ровненько. Вот. Дальше мы сгибаем лист вот так. Да, до следующего уголка. Ну-ка, сейчас покрути, покажи мне. Замри. Замри, замри. Угу, понятно. А дальше делаем вот так. Тоже постой, сейчас я проверю. Говори. Вот дальше сгибаем. Соединяем их, да? Главное, чтобы вы не переборщили, можно как-то раскрасить, если вы хотите. По любым цветам. Я, например, хочу сделать, я раскрашу это после своих уроков.
дальше сгибать еще в треугольник. Так, спокойно, спокойно. Ну-ка, подожди, медленно. Понятно. То есть ты раскрыла форму и... Форму когтя. Делаем форму когтя. Угу. У меня будет вот такой голос. Вот дальше обкручиваем это листом. Вот видим уголок и загибаем. Ну-ка, вот. Покажи, покажи. Так. Покажи. Наш коготь готов. А я вязаю. Я просто буду на субъекте. Раз, два, три, четыре. Руки! Руки! В классе у Велиславы есть гимнастка. И бывшая гимнастка. Андрей! Еще одна бывшая. Владислав! Владислав! Олег, убираем игрушки, моем руки. Я помою. Все, игрушки в игровую уноси. Четыре. Михаил, я тут оставлю. Хорошо, Михаил оставляет тут. Михаил сегодня с нами занимает. Посчитай, сколько. Артём, ты делаешь свое задание.
внимание, не отвлекаешься. Их 9. 9. А нас сколько в классе? 8. Значит, одна баночка лишняя. Ее нужно убрать и всем раздать по одной. Я же попросила ничего не трогать. У нас не хоккей, у нас урок рисования. Да. Если у нас в акварельной краске, эта баночка может пролиться и размыть весь наш рисунок, а также мы распачкаем стол. Во-вторых, есть правило, из-за которых краски, если у нас водяные краски, из-за которых нужно разбавлять водой, эти краски тоже могут пролиться. Либо такие краски большие, а это пошутать не упало. Кисточку и карандаш кладем над альбомом. Над альбомом, да, над альбомом, вот здесь ставим. Вот эта тарелочка называется палитра, для того, чтобы смешивать цвета. Емкость для воды и палитры располагается тоже над альбомом. Выше карандаша и пластика. И кисточки, да? С той стороны какая рука? Рабочая. У меня справа. Да, у Артема? Слева. Необычная крышечка. У нее есть. А что в ней необычного? В крышечке есть дырочка. Дырочка в крышечке есть. Сделано таким образом углубление, воронка, чтобы мы могли поставить туда, поставить и обмакивать кисточку, да? Какие цвета у нас бывают в природе? И какие цвета из них основные, а какие дополнительные? Радугу все вспомнят? Да. Ну давайте считалочку произнесем. 3-4. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знать. Зе. Где? Где? Красный. Желтый. И синий. Это основные цвета. А, оказывается, не всегда у нас уроки рисования проходят так, что мы сразу рисуем альбом. Вот, сначала нужно познакомиться, все узнать, а потом уж рисовать. Артем синий нашел, молодец. Велислава красный нашла, отлично. И какой еще? Желтый. Поставьте их рядышком. И по одной баночке. Кисть смачиваем в воде. Нет, мы берем красный, желтый и синий, Ярослава. Мы смотрим, как выглядят основные цвета. Одну баночку открыли, красную. Красную. Так. Взяли кисточку, смочили ее в водичке. Я сегодня с Артемом буду работать. У Артема вода стоит не там, где надо. Можно положить немножко на палитру, правильно. Хватит. Не надо много, Велиславочка. Не надо. Нам достаточно столько краски. Я могу работать напрямую из баночки, потому что я пока цвета не смешиваю. Давайте с вами попробуем показать, какой у нас красный цвет красивый. Кончиком кисти рисуем кружок, а потом его заполняем, наклоняя кисточку на бочок. Итак, сначала пробуем. Кончиком кисточки рисуем кружок. Кончиком кисточки рисуем кружок. Сильно на кисть не давим, да? У меня маленький кружок получился, у Олега большой. Особенность у художников. Кто думает, какая? Почему у художников кисти служат очень долго? Артем молодец, хорошо работает. А я буду работать прямо из баночки. У меня сегодня палитры нет. Рисуем рядышком с красным желтый кружок. Кисточку держим прямо. Кончиком кисти ведем кружок. Кончиком кисти ведем кружок. Рядом с красным, да.
Затем кисточку кладем на бочок и заполняем все пространство. Ну, и вам это удается быстро, потому что у вас он маленький. Я могу нарисовать большой. Так, на бочок. Хорошо. Хорошо. Все справились? Правильно, кисточку помыли. Все, столько достаточно. И достаточно. Тоже рисуем кружочек. И тоже рисуем кружочек. Кончиком кисточки рисуем кружок. Смотрите, как располагаете свои. Заполняем. Да, вот Артем работает тоже очень интересно. Артем у нас работает уже мазком. Вот это что? Отлично, коричневый получился. Все уже закончились там. Я тоже синий. Получился такой коричневый. Запятые. В первую очередь всегда набирается самая светлая краска, то есть желтая. Набираем желтую красочку. Уже на палитре она у нас есть, нам ее надо будет много. Она же светлая, да? Много. Я ее вот здесь в нижней части листа помещу. Кончиком кисти рисую кружок, потом кладу на бочок и заполняю. Да. А зачем еще один? Хватит! Вот тут рисуй, вот внизу. А яркая такая, да, посмотрите, насыщенная. Мы возьмем совсем чуть-чуть, только на самый-самый кончик кисти с палитры берем красную краску. Она же у тебя есть? Нет такого кончика, где все шуршавое. Нет, есть у тебя там кончик, просто он неровный. У меня он чуть-чуть берем, совсем чуть-чуть. Вот да. Столечко? Прям вот столечко берем. Все. Совсем. И наносим ее на второй желтый кружок. Смотрим, что у нас происходит. Мы что получаем с вами? Мы получили с вами оранжевый цвет. А у Ярославы, а у Велиславы получился коричневато-бордовый, потому что она взяла красного цвета побольше. Ну как вам мой новый класс второй? Если понравится, что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А мы с мамой пойдем в магазин. Всем пока!